В Развилковской среднеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов более 1400 учащихся. Для того, чтобы на сцене мог выступить каждый ученик, руководство школы нашло своеобразный выход. Мы запустили вот такой вот большой фестиваль с началом именно перед февральскими праздниками защитников Отечества. И хотим, чтобы все наши классы приняли участие в праздновании Дня России. В день открытия фестиваля-марафона в актовом зале, оформленном в триколоре государственного флага, аншлаг. Патриотические песни, стихи о родине, праздничное настроение и масса теплых слов в адрес нашего с вами общего дома. За что ты любишь Россию? За то, что она хорошая, за то, что она большая, яркая, добрая, хорошая. Хороша своей прелестью, своей чистостью. Она добрая и родная. Матушка, это земля, наша родная земля, наша победа. Страна наша многонациональна, поэтому на сцене были представлены особенности этнических культур многих народностей. Немаловажно, что ребята вместе с родителями сами придумывали и готовили костюмы для этого выступления. Это костюм моего брата, он дал мне его, чтобы я выступил. Апофеоз этого творческого марафона, который растянется почти на полгода, как раз и придется на официальное празднование Дня России. Вы самые лучшие! Мы самые лучшие! Да здравствует наша школа! Да здравствует наш поселок! Да здравствует Россия! На этом этапе фестиваля марафона сцена отдана ученикам младших классов. А вот уже ближе к весне свое слово смогут сказать уже и старшеклассники. Илья Кремнев, Алексей Рудник, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.